Новый дуэт Анна Григорян и Арутюн на 7-м гала-шоу национального певца 2019. Наша с вами задача посмотреть, разобрать и определить, топ это или флоп. Погнали! Ребятушки, ну кто еще со мной не знаком? Ай-яй-яй-яй-яй, меня зовут Богдан, и я именно тот блогер, который снимает о национальном певце с самого начала. Следите за моим каналом, потому что на днях я выпущу новую рубрику, где я буду рассказывать о жизни участников национального певца, главные факты из их биографии с уст, собственно говоря, наших героев. С вами несменно Богдан, это Беспалов Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24/7 о музыке. Обязательно подпишись, стань частью моей интернет-семьи, будем вместе покорять музыкальное пространство Ютуба. Поговорим немного о дуэте. Эти Анна Григорян и Арутюн – это те участники, которые стали фаворитами как для зрителей, так и для членов жюри. Конечно же, вокально Арутюн – стабильный такой отличник. Анна тоже отличница, но не всегда выбор песни ее правильно, как вам сказать, раскрывает потенциал вокальный и артистический в том числе, поэтому мне очень интересно, как они смогли исполнить песню «Кузес», по-моему, это «Спасибо», если я не ошибаюсь, они сейчас будут петь песню «Арама МП3». В общем говоря, интересный дуэт, интересное сочетание вокалов, голосов, точнее, ребят. Как это все звучать будет, я не знаю, потому что предварительно ничего не гуглю, не смотрю, не слушаю, для того, чтобы моя реакция была максимально честной и искренней. Ребят, давайте посмотрим, оценим и определим, топ это или флоп. Ну, наконец-то, я увидел какое-то действие. Мне нравится, что с самого начала уже есть какое-то развитие. Наконец-то появилось развитие. То, о чем я говорил, не хватало хлеба и зрелищ. Есть танцоры, которые гармонично вписываются в историю композиции. Есть лавочка, стол, за которым сидит в гордом одиночестве Арутюн. Где-то там Анна, но она еще не появилась. Все это затягивает, потому что появляется какая-то театральная атмосфера, постановка. Вот то, чего я хотел. Режиссер, не знаю, услышал мои слова или не мои, но тем не менее, молодцы. С креативной задачей справляются в этот раз. Я надеюсь, что у каждого участника на 7-м гала-шоу есть такие интересные, потрясные фишечки, которые придумали режиссеры. Отлично сочетаются голоса, очень хорошо. Ну да, 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 Анна молодец, реально молодец, актерски отыгрывает потрясающе, у нее есть своя предыстория, ее героини, есть своя женская подача, есть своя женская история этой композиции, эту историю она рассказывает зрителям и в то же время работает со своим партнером, да, 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 это тот дуэт, который мне хотелось увидеть, молодцы, ну можно же? Можно же, когда постараться придумать креативный яркий номер и при этом выглядеть потрясающе. Друзьяшки, я вам скажу, что 7-е гала-шоу просто потрясает своим разнообразием, своим креативом и трогательностью. Просто идеальный дуэт. 10 из 10 за актерскую игру у обоих участников. 10 из 10 за вокал. 10 из 10 за постановку режиссером. И 10 из 10 в целом за картинку, которую мы видим. Потрясающе, потрясающе, потрясающе. Других слов, ну я не могу подобрать. Наконец-то, впервые за весь сезон я увидел дуэт, который не
перетягивал друг, я не знаю, друг против друга, какие-то одеяла, внимание. Каждый был в своей атмосфере, они дополнили друг друга, они трогательно вместе прожили одну историю на двоих. При этом была мужская сторона и женская, видение этой истории. Прочтение неимоверное, постановка отличная. Ну, наконец-то, ну, правда же, можно сделать что-то вау, когда задуматься, постараться, поднапрячься и так, бух, взорвать наш мозг с вами в хорошем смысле слова. Сегодня это мой любимый дуэт, но впереди еще несколько участников, поэтому пока не буду делать таких глобальных выводов. Обязательно подпишитесь на мой канал, станьте частью моей интернет-семьи, я с вами не прощаюсь. Говорю до скорых встреч на моем канале, с вами был Беспалов Мьюзик, канал, где мы говорим 24/7 о музыке.